Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит, то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни, то, что ты самый лучший. А кто это? Все, это ведьма! Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, мульти-пульти всем вкусняшек и мороженок. И сегодня новое приключение аниматроника в GTA 5. Итак, друзья, смотрите, сегодня я поиграю вот за такого вот персонажа, да, друзья? Это вот такой вот дедуля. Если нравится новый персонаж, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите крутой комментарий. Итак, друзья, дедуля пришел скупиться в Лос-Сантосе. Он, смотрите, купил себе крутячную рубашку. Он принарядился. А знаете почему? Потому что сейчас он встречается со своим старым школьным товарищем, с которым они не виделись уже почти 60 лет, да, друзья? И вот дедуля созвонился со своим другом Майклом, и они сейчас встретятся у него дома, да. Короче, тема там такая, что дедуля, когда-то они вместе воевали, сначала учились, потом вместе служили в молодости, и давно не виделись, короче, каждый жил своей жизнью, и теперь в GTA 5, друзья, дедуля встречается со своим старым-старым другом Майклом. Итак, мы едем сейчас к дому этого Майкла. Ну и посмотрим, что там. Что будет, короче. Тут недалеко, правда. Вообще недалеко этот домик. Сейчас, друзья, сейчас мы подъедем и все увидите. Так, подъезжаем, друзья. Вот, смотрите, на окраине находится дом. Вот это дом этого второго старичка. Итак, мы приехали. Дедуся, вылазим. Дедуська! Ух, дедуля у меня, ух, красавец! Просто красавчик! Так, друзья, мы приехали. Так, что здесь происходит? Так. Что это? О! Дедуля, друзья, дедуля в шоке. Вы только гляньте. Кто это? Друзья, короче, смотрите, здесь что-то происходит неладное. Капец, вы только гляньте. Яйца инопланетян. Какие-то трупаки. Яйца разложенные кругом, они светятся. О, что это? А где же Майкл? О, что происходит? Сейчас, дедуля, сейчас мы все узнаем. Друзья, здесь происходит какая-то чертовщина. Нифига себе, друзья, смотрите. Яйца инопланетян, и здесь происходит скрещивание трупорезом. Блин, из них что, создают каких-то монстров? Нифига себе. Где же Майкл? Майкл, где Майкл? Дедуля, в дом давай, чешем в дом, друзья. Дедуля просто опупел. Он просто опупел. Ладно, друзья, сейчас мы зайдем в дом. И мы узнаем, что же случилось с другом деда, с Майклом. Так, дед, заходим в дом. Блин, короче, какая-то чертовщина происходит в доме. Какой-то вуду. Какие-то колдовские штуки. Так, друзья, на всякий случай, деду я дам оружие. А то, знаете, как бывает, нападут на нас еще кто-нибудь, непонятно кто. А мы будем готовы. Да, если непонятно, кто нападет, а я буду готовый. Да, дедуся, молодец. Так, заходим, друзья. Блин, что здесь происходит? Что за фигня? Вы только гляньте, друзья. Капец, здесь какая-то химия. Здесь что-то чудят. Что-то творят непонятное. Ладно. Так, за окошком никого, за окошком пустота. Ладно, дедуся, давай заходим дальше, идем дальше. Так, друзья. Майкл сдох. Майкл. Друзья, к
кто-то заколбасил Майкла, смотрите. Здесь идет жертвоприношение. А кто это? Кто? Да не знаю, кто это, друзья, но мы сейчас выясним. Так кто это? Друзья, это ведьма! Смотрите, в доме Майкла происходит жертвоприношение. И самого дедусю второго грохнули. Ах ты гадкая ведьма, получи! Вот тебе, вот самая гадкая ведьма, получи! Давай, дедуся, гаси эту ведьму, блин, получи! Капец, они захватили дом второго деда. Короче, деда грохнули, а ведьма здесь делает, творит свои грязные дела, друзья. Капец, она неубиваемая, получи! Вот, Роба, получал, вот так вот сдохни, капец, друзья, ну Майкла, второго деда грохнули, блин. Ну не повезло, бывает. Ладно, выходим, друзья, выходим, дедуля, сматываемся отсюда, короче. Ой-о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 й. Да ладно, дедуля, все, короче, надо сваливать, блин. Но, друзья, почему здесь расставлены эти яйца? Ух, нифига себе! Смотрите! Получился монстр! О, так кто? Кто это? Это аниматроник! Блин, друзья, эта ведьма создала монстра! Монстра! Плюш-трапа аниматроника, блин! Он сейчас деда заколбасит! Смотрите, друзья, он весь в кровяке. Злой. И сзади у него какой-то мешок. Мешок, скорее всего. Он всех колбасит. И тела складывает в этот мешок. Блин, сейчас он деда заколбасит. Ах, дедушка, вот сейчас получится у меня получше. Давай, дедуся, сейчас мы его загасим, друзья. Дедуля первый раз в жизни увидел аниматроника. Вот я, получу. Гадкий монстр! Давай, дедуся, гаси его, друзья. Короче, дед... Дед гасит аниматроников, но этот плюш-трап, он злой. Его создали из тех трех трупаков, благодаря яйцам инопланетян. Произошло скрещение, и эта ведьма создала ужасного аниматроника плюш-трапа злого. Вот тебя, палочка! Получай, я подходил! Блин, дедуся! Друзья, сейчас деда заколбасят. Давай, дед! Ты смотри, гадкий плюш-трап живучий! Нифига себе! Давай, дедуся! Дед! Гасим, друзья, гасим плюш-трапа. Походу, он неубиваемый, я не знаю. Ножом его не берет, мачете не берет. Блин, дед! Сваливай, да дедуля! Давай, пенсия, сваливай! Ну, блин, капец! Этот плюш-трап, друзья, он неубиваемый, походу, но я так думаю. Давай, дедуся, давай! Друзья, это капец. Плюш-трап доколебался до деда и походу... Давай! Друзья, может у него жизнь закончится, я не знаю, но дед настроен решительно. Да, я настроен решительно! Гадкий аниматроник! Давай, дедуся, сейчас мы применим против него пулемет! Блин, и даже автомат не берет, ну это капец! Сваливаем, дедуся! Так, друзья, а это что такое? А это что? Это что, телепорт? Я только увидел! Да, друзья, жесть! Здесь колдовской телепорт есть в GTA 5!
Это прикольно! О, где-то я! Ух-ха! Дедуся в шоке, друзья, дедуся в шоке, блин! Здесь еще один монстр, друзья, еще один монстр, плюш трап, капец! Жесть! Куда все? Лежи, не вставай, лежи, не вставай, говорю, лежи! Дедуся, давай, гаси его! Капец, друзья, мы оказались, я даже пока не могу понять, где мы оказались. Куда нас телепортировало? И появился новый, другой плюш-трап. Заметили, друзья? Какой-то сиренево-желтый, но тоже гадкий злодей. Друзья, я вспомнил, где мы, блин! Это же дом! Там, где бабка Гренни летала. Это же дом Грегора-колдуна, где зомби живут. Капец! Блин, оно что, взаимосвязано? Давай, дедуся! Друзья, не может быть! Опять лупасит. Бабка Гренни летает на метле и дубасит по нам. Еще эти плюш-трапы разбегались. Эра к дождю, ребята. Гадкий плюш-трап. Давай, дедуся, обратно в телепорт. Давай хоть с одним разберемся, друзья. Надо разобраться хоть с одним плюш-трапом. Вот с этим, где он там? Ненавижу! Аниматроников ненавижу! Да-да, дедуся, я таких аниматроников тоже не люблю! Гадкий монстр! Блин, ничего его не берет, друзья, я сейчас попробую с РПГшечки! Дедуся! Сейчас мы с дедусем, с дедуськой... Ух, красавчик у меня дедуля! Сейчас мы его загасим! Из РПГ, друзья. Капец! Это просто жесть! Как он живет? Все, это хана, ну хана! Ну! Давай, детка, блин! Контрольный давай! Капец, что происходит? Как он живой? Как он так долго живой? Уже 6 выстрелов я сделал, 7! Блин, машину расколбасил свою. Ой-ой-ой-ой, дедуля! Дедуся! Не, ну это капец, друзья, мне кажется, надо сваливать. Смотрите, он вообще стал еще страшнее, этот монстр, аниматроник Плюш-трап. Так. О, дайте машинку, выходи! Так, дедуся экспроприировал машину у Фредди. И сейчас я попробую, друзья, грохнуть этого плюш-трапа. Сейчас я его раздавлю! Этого монстра! Так. Давай, дед! Давай, дедуся! Баба! Блин! Сейчас, друзья! Сейчас мы с ним расквитаемся! С этим монстрилой! Так, давай, дед! На! Блин, что такое? Вообще нифига его не берет! Да как-то? Ну, сейчас, давай, дед. Да, есть. О, есть. Давай, дави его, дедуся. Все. Друзья, все круто. Да как так? Да как? Не, ну это капец. Блин, да ты достал. Да ты достал уже, блин. Вот живучий какой, получи. Блин, друзья, я не могу заколбасить его. Давай, дед. Получи. Друзья, он, походу, бессмертный, этот монстр-аниматроник Плюш-трап. Ну, потому что, смотрите, я уже по нем стрелял со всех видов оружия. Поджигал его, взрывал его, машина его не давит. Короче, дед, надо сваливать. Блин, друзья, в GTA появился новый неубиваемый монстр. Аниматроник Плюш-трап. И походу этот монстр не из моей команды аниматроников, друзья. Теперь он будет жить сам по себе. Блин. Конечно, если он будет попадаться моим аниматроником, это очень... Блин, дедуля. Ой, куда ехать? Куда-то ехать?
поеду, наверное, к своей бабке. Я к бабке поехал. Всем пока, я к бабке поехал. Друзья, Дедуся, походу, поехал к своей бабке. Если вам понравилась эта серия, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий и поделитесь этим видео с друзьями. Обязательно досмотрите это видео до конца, друзья. Ну, а вот эти ребята попали ко мне в видосик, и я их поздравляю! Вы все крутые пацаны и девчонки! А если ты хочешь попасть ко мне в видео, то это очень просто сделать. Тебе нужно просто написать несколько комментариев. Я выберу из них один рандомно, и он автоматически попадет ко мне в видео. Все очень просто, друзья. Пишем комментарии, попадаем ко мне в видосик. Ну все, друзья, буду прощаться. Завтра вас ждет новая серия. Не пропустите, с вами был я, Кекс. Мульти-пульти, подписывайтесь и все такое. Всем покедова!